Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Chicken Time, и сегодня у нас топ-5 отелей. Куба, Варадеро. Поговорим про лучшие варианты по данному направлению, обсудим особенности отелей и попробуем вам помочь определиться, куда же вам отправиться в следующий отпуск. Присаживайтесь поудобнее, полетели! Сначала немного о направлении и почему люди выбирают Варадеро. Варадеро – самый известный курортный город Кубы. Находится на полуострове Икакос и омывается водами Атлантики и Мексиканского залива. Город вечного солнца и постоянного праздника – именно так называют Варадеро во всем мире. Здесь многое для туристов и только для них. Роскошные отели и бюджетные гостиницы, бесчисленное количество ресторанчиков и ночных клубов, дайвинг-центры, чистейший бирюзовый океан и километры белоснежных пляжей. Что касаемо погоды, то приезжать на Кубу можно в любое время года, но самые комфортные условия для отдыха здесь в конце осени, начале зимы. В Варадеро вечное лето. Когда у нас трещат морозы января, на Кубе самый сезон, плюс 27 днем, ночью около плюс 20. Вода теплая всегда, не ниже плюс 22 весь год. Дожди в этот период крайне редки. Летом в Варадеро очень жарко и влажно, воздух прогревается до плюс 32. При этом именно с мая по сентябрь на острове Свободы туристов не так много, а туры дешевле. Также важно сказать про пляжи. В Варадеро вся жизнь сконцентрирована именно на пляжах, которые, кстати, в 1992 году вошли в число трех чистейших пляжей планеты. На берегу океана можно провести весь день и даже ночь. Пляж Варадеро протянулся на 25 километров. Песок здесь белый, чистый и настолько мелкий, что стопы при ходьбе не проваливаются. Пляжная полоса достаточно широкая, поэтому даже в высокий сезон туристы могут находиться друг от друга на приличном расстоянии. Лежаками и зонтиками, как правило, оборудованы только закрытые кусочки пляжа, принадлежащие отелям. На общественном пляже придется лежать прямо на песке. И это скорее плюс, чем минус. Ведь таким образом пляжи Варадеро смогли сохранить свою природную красоту. При этом вдоль всей пляжной полосы тянутся ряды с уютными кафе и ресторанчиками, где можно перекусить и выпить знаменитую кубинскую пиноколаду. Достопримечательности. Варадеро не может похвастаться обилием достопримечательностей. Ставка здесь сделана на пляжный отдых. Однако, устав валяться на песке, можно отправиться в экскурсионный тур по Варадеро и посетить интересное место этого курортного города. Начать поездку стоит с особняка Дюпона. С него курорт и ведет свою историю. Есть в Варадеро и свой исторический музей. Здесь можно посмотреть на результаты археологических раскопок в районе курорта, а также познакомиться с документами и фотографиями Варадеро середины 20 века. Любители природных достопримечательностей могут отправиться в парк Хасоне. Карстовую пещеру Амбросия можно посетить, отправившись в национальный парк Монтемар. Любителям дайвинга советуем отплыть от Варадеро на 15 километров. Здесь расположен морской парк Кайп-Едрас дель Норте. Рядом с природным рифом на дне лежит несколько судов и даже самолет, которые специально затопили, чтобы дайверам было на что посмотреть. Ну и скажем пару слов про кухню. Кухня Варадеро – это сочетание карибских, африканских и испанских традиций. Здесь любят и умеют вкусно готовить из кукурузы и риса, сочетая злаки с говядиной, свининой и курицей. Блюда достаточно пряные и острые. Туристам нужно обязательно попробовать национальное кушанье аика. Густой суп или рагу готовится из мяса и различных овощей. А соус чили придает неповторимую пикантность. Мурс и Кристианс подают во всех кубинских ресторанах. Это специальным образом приготовленные черные бобы и белый рис. А если хотите попробовать вкуснейшую кубинскую свинину, заказывайте личон. Переходим к отелям. Отели в Варадеро, как правило, расположены на первой береговой линии, прямо на пляже. Это известные мировые сети и более демократичные отели. Условно город делится на старую и новую части. В старом Варадеро много отелей, построенных еще полвека назад. В новом Варадеро отели более современные. Много представителей известных отельных сетей, которые стоят в окружении живописных садов и бассейнов. Все включено, в Варадеро получило массовое распространение. В основном это разнообразный шведский стол с большим количеством морепродуктов. Русскоговорящий персонал встречается, но обычно это 1-2 человека на весь отель. Английским свободно владеет весь персонал. К
кухня в отелях на все включено заметно лучше, чем в аналогичных отелях Турции и Египта. Так куда все же отправиться и какой отель выбрать? Мы подобрали 5 популярных отелей, которые хорошо себя зарекомендовали по последним отзывам и оценкам. Под номером 1 PGS Varadero Отель. Один из лучших отелей для семейного отдыха. Хороший сервис и интересная анимация, обширный выбор мероприятий для проведения досуга. Красивейшая парковая зона и великолепный пляж. Пляж песчаный, оборудованный, первая линия. Вход в море пологий и песчаный. Вблизи отеля находятся разнообразные рестораны, ночные клубы и кафе. Приятно провести досуг гостям предложено у открытого бассейна либо на собственном пляже отеля. Любители экстремального отдыха оценят школу дайвинга, полеты на парашютах и водный байк. Днем и вечером гостей развлекает команда аниматоров. Доступ во всемирную сеть интернет на всей территории бесплатный. Для поддержания физической формы есть фитнес-центр и большие теннисные корты. Гостям младшего возраста тоже не придется скучать, специально для них приготовлен бассейн и мини-клуб. Насладиться вкусными блюдами кубинской кухни можно в собственном ресторане отеля. Отдых в этом райском месте подойдет для семей с детьми. По оценкам, данный отель набирает 8,8 баллов из 10. Стоимость тура в данный отель составляет в среднем 120 тысяч рублей за 5-7 ночей на человека. Точную цену и выгодные даты уточняйте на нашем сайте по ссылке в описании. Под номером 2 Iberostar Selection Varadero. Уютный отель, располагающийся на берегу моря в Varadero. Просторная территория отеля покрыта тропической зеленью. Пляж песчаный, оборудованный, из отеля выход сразу на пляж. Вход в море пологий и песчаный. Сам комплекс расположился на белоснежном пляже с мельчайшим песком, посреди пышного тропического сада. Атмосфера праздника обволакивает всех гостей с первой минуты пребывания в этом чудесном местечке. В отеле понравится провести время и отдохнуть молодежи, для них каждый вечер проводятся дискотеки в ночном клубе, различные шоу, анимация. А тем, кому захочется научиться танцевать зажигательные кубинские и карибские танцы, в отеле предложат взять уроки танцев. Традиционная кухня побалует гурманов множеством изысков. Юным туристам понравится бассейн и мини-клуб, в котором с детьми будут заниматься опытные аниматоры. Также в отеле можно взять уроки дайвинга, позаниматься аэробикой. Отель подойдет для проведения медового месяца, а также всем любителям экзотики. По оценкам, данный отель набирает 9,2 баллов из 10. Стоимость тура в данный отель составляет в среднем 113 тысяч рублей за 5-7 ночей на человека. Под номером 3 Royalton Hikaka. Один из новых отелей на побережье для взыскательных клиентов. Спокойная расслабляющая атмосфера идеально для отдыха пар. Данный комплекс – прекрасное место для проведения романтического отдыха на знойной Кубе. Находится в живописном пригороде Varadero, вдали от суетливого шума, прямо на берегу Карибского моря. На белоснежном пляже постояльцев ожидает множество захватывающих развлечений, катание на байдарках и парусных лодках, гонки на кайках, виндсерфинг, круизы на катерах. Увидеть красоты подводного мира можно с помощью дайвинга. Новичкам предлагается взять уроки подводного плавания в открытом бассейне. Днем можно сыграть в гигантские шахматы, волейбол или сквош, спа-процедуры. В вечернее время скрасят зажигательные шоу, которые закружат в ритме заводных латиноамериканских танцев. В ресторане предлагаются блюда кубинской, рыбной, международной кухни. В баре нужно продегустировать крепкий кубинский ром, завоевавший популярность во всем мире. Данный отель – одно из лучших мест в мире, где можно насладиться самым изысканным пляжным отдыхом и увести с собой море приятных воспоминаний и ярких впечатлений о зажигательной Кубе, наполненной ароматами тропиков и счастья. По оценкам, данный отель набирает 8,8 баллов из 10. Стоимость тура в данный отель составляет в среднем 125 тысяч рублей за 5-7 ночей на человека. Точную цену и выгодные даты уточняйте на нашем сайте по ссылке в описании. Под номером 4 Iberostar Tainos. Отельный комплекс выполнен в стиле типичной карибской деревушки, располагается в популярной туристической зоне Varadero, прямо на частном пляже. Белоснежная пляжная полоса обрамлена живописным коралловым рифом, поэтому здесь увлекательно занятие дайвингом даже для заядлых аквалангистов. Подводные погружения позволят вблизи рассмотреть морских обитателей, поплавать рядом с опасными акулами и скатами.
Днем можно поплавать в открытом бассейне, сыграть в настольные и командные игры, пройти сеанс расслабляющего массажа, а вечером посетить зажигательные шоу-программы, где взору постояльцев представят жгучие танцы, сальсу, румбу, бачату. Для детей в отеле предусмотрен развлекательный мини-клуб, есть игровая комната и площадка, неглубокий бассейн. Услуги няни позволят родителям не беспокоиться об уходе и присмотре за малышами. В ресторане предлагаются традиционные кубинские, международные, а также рыбные блюда. В баре можно весело провести время за рюмочкой крепкого рома или бокалом оригинального коктейля под аккомпанемент латиноамериканской музыки. По оценкам, данный отель набирает 8,9 баллов из 10. Стоимость тура в данный отель составляет в среднем 131 тысячу рублей за 5-7 ночей на человека. Под номером 5 Блау Варадеро. Отель считается лучшим отелем кубинского курорта Варадеро. Тропические пальмы, бескрайние пляжи, экзотические пейзажи изумрудных окрестностей подарят туристам умопомрачительные впечатления. Отель расположен в живописной бухте Марина Марлин, рядом с оживленным центром закрытой туристической зоны, где сосредоточены многочисленные торговые и развлекательные центры. Великолепный пляж отеля награжден голубым флагом за чистоту. Здесь открыта школа дайвинга и виндсерфинга, проводятся гонки на кайках и занятия парусным спортом. Постояльцам предлагается сыграть в теннис, волейбол, настольные игры, посетить уроки зажигательных латиноамериканских танцев. Великолепно выглядеть на отдыхе помогут разнообразные спа-процедуры. Грязевые обертывания, сеансы массажа, гидромассажные ванны с минеральными солями доставят неимоверное удовольствие. Детские развлекательные программы скрасят досуг юных гостей. В мини-клубе проводятся веселые маскарады, игры и соревнования. Специальный бассейн, луна-парк, игровая площадка и выступления клоунов создают отличные условия для проведения семейного отдыха. В ресторанах отеля можно полакомиться блюдами из свежих морепродуктов. Вкуснейшие омары, креветки, устрицы и лобстеры придутся по вкусу утонченным гурманам. Диетические низкокалорийные блюда международной кухни приглашает отведать ресторан «Фламбоян», открытый на завтрак и ужин. В баре предлагается большой выбор оригинальных коктейлей. Система «Все включено» подарит постояльцам настоящую беззаботность. По оценкам, данный отель набирает 9 баллов из 10. Стоимость тура в данный отель составляет в среднем 127 тысяч рублей за 5-7 ночей на человека. Вот такой вот топ отелей по Кубе. Пишите свои комментарии, были ли вы в данных отелях и действительно ли они так хороши. Также надеемся, что смогли вам помочь определиться в выборе, куда поехать отдохнуть. Все ссылки на данные отели вы сможете найти в описании к данному ролику. Спасибо за просмотр, если не трудно, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. И до новых встреч, пока-пока!